типа приехали, тут стоим. Ем что-то. Здесь мы заходили, почему ходили по прямой нормальной дороге. То есть не надо было идти по болоту. Вот сейчас где Руслан идет. Идем на место дислокации, но чуть-чуть хотим дальше пройти. Посмотреть, может, клюква там будет. А это сейчас подойдем к маяк. Обозначающий выход, вход. Леха уже все, приехал, путеводитель наш. Руслан заправляется кружечку чешскую. Кружечку чешскую. А очки-то где твои модные? Где твои модные очки, блядь? Я их снял, потому что в темно. Мы когда шли, за Леха бежал. Кричу его, с приборами-то не видно нифига. Вот, а звук вот уходит вот в эту, с правой стороны вообще. Идешь вперед, он уходит. Бобры по левую сторону, плотина. Дошли до места стоянки для первого, но нам дальше. Кстати, вода здесь поднялась. Пенок зимний. Сейчас будем срывать их. Покажу. Конечно, переросли вообще. Вон такие здоровые тут. Шляпы. Ну, такие на сушку только. Вот тут целое семейство, короче, было. Кто не собирает в такой глуши, а вон там, да, по бревну сейчас. Вон спрятался. Муху нашел. Ну, они уже все спелы. Повешу на дерево, чтобы спор распространял. Он уже сплеснел. Все уже, короче, отошли. Просто тут говорили, ну, у вас из-за потепления и белые грибы пошли. Вот, может быть, вторая волна, типа, мухомор пошел. Съесть, проверить. Повесим на дерево. Шли-шли, мы и дошли. В общем, очень много тут наверстали. Грибы есть, но переросших очень много. Молодых пока я ничего не видел вообще. В лесу теплин, ветра нету, вообще отличная погода. Сегодня прямо улыбает солнце нам. Еще у нас паломник Руслан. Сегодня осилил, столько проехал, там респектос. Не захныкал, не заплакал, как женщина и девушка, блядь. Что, блядь, поворачивай обратно, я устал, нахуй. Нет, блядь, выдержал все, как воин настоящий. Сейчас будем жранинку делать, потому что все устали. Находились чуть полдня, считай, выехали в 10, время уже час почти. В общем, нормально накуролесили. Я сейчас магического напитка как бы дерну, вот так вот, опа. Чуть-чуть дойти, в принципе, до болота-то. Ну, сейчас костер разожжем и дойдем. Все, мне интересно посмотреть, там брусника есть или нет. Березовая такая поляна, рощица, спуск к болоту. Ну да, ну начинается-то здесь. Да, охотники тут вон собаку видали, в общем, не успел я заснять ее. Охотничья. Где-то охотник засел, притаился. Сова делает свое дело. Молчит. Главное, чтобы по нам не пошмалял. Коробочки клеим. Ну все, гриб пошел действовать. Ужин. У нас смеркается, скоро домой будем возвращаться. Какой домой, сидишь? Сварили харчо, прям зачетный супчик. Харчо. Нет. Мняка. Ну, давай, будь здоров. И идем к болоту. Леха нашел точку входа. Пойдем помоем посудинку, посмотрим с вами. Замечательное место. Кстати, блин, надо было бы вам показать. Нашли черную божью коровку, а это знак. Что-то нашел. Нет, не то. Зеленый, что? Слишком гигантский. Волшебные грибы.
зимние опята. Ну вот, подходим. Прямо кучища какая. Это хата бобров. Хата бобров, да. Действующий, интересно. Да, тут, наверное, все переловили охотники. Нет, падал, считай. Почему он-то? Они. Вон следы тут. Надо же. Хуя они, кажется, нарубили. Сейчас подымемся. Сколько они веток тут натаскали совсюду-то. Внутри, вы сейчас по ним ходите. Грибы даже он раз. Нет, это вырыто внизу там. Не берлога там. Фига тут строчок как гигантский вырос. Да. Охренеть, Руслан, не смотри, блин, вообще. Большой, наверное, ну-ка, я смирю прямо это. Вот, смотри. Драчки, драчки, блядь. В общем, бобров опять почему-то нас не удосужились увидеть. Мы их, скрываются они. Аккуратней, Руслан, аккуратней. Вон там закатик прям. Плохо видно, правда. А я ходил туда. Куда? С той стороны? С той стороны. На ту сторону ходил. Сейчас добрались до болота. Ну, я думаю, тут хоть будет клюквенник какой-нибудь. Вон там дорога, и вон там, смотри, этот заход. Сейчас приближу. Мосток там, да? Да, 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 да. Люди, может быть, ходили. Шиповничку, чаёк надо кинуть. Слипся он у меня. Свеженький. Не магазины, блядь, высушенный. Немножко грязноватый, блядь. Ну, чё поделать. Да всю пачку. Не, тихо. Чё это? Каштан. Каштан-орех, блядь. Да и орех туда. Не, надо никаких орехов туда. Вся жизнь весёлый канал. Да я, блядь, вырежу эту хуйню. Вот, чаёк у нас закипел, финальный штрих. Нашли самое главное место. Всё-таки решились, всё. Будем здесь отстраиваться. Сколько можно катать уже? Потихонечку. Сколько можно, столько и нужно. Поставим, может, следующий заезд, что-нибудь там, какие-нибудь лавочки или что-то попробуем. Ждамушку-то не знаю, получится, не получится. У нас как скоро снег выпадет, хрен сюда доберёшься потом. Если только зимнюю резину ставить. Ходили посуду мыть, это наткнулись на следы кабанячьи, свежие причем. Может быть, ходили, услышали, тут у нас музыка орала. Ушли куда-нибудь, другое место, испугались. Хотя... Он все врет, такого не было. Их хрен чем напугаешь, на самом деле, мне кажется. Они больше нас нахуй напугают, чем вы их, блин. Если она сейчас спросят, да, Руська? Костром вонять не пойдут они. Он все сочиняет, это все для контента, чтобы интересно типа было. Ну вы поняли вообще. Да? Пиздец. И вообще мы не в лесу. На самом деле это обои. Мы в матрице находимся. Место для медитации будешь. Даже машин не слышно и посторонних звуков. Слушай, слышно на самом деле, кстати. В болото подходили, прямо слышно. Трассу. Ну может. Да не, машины слышно. Иначе я бы тогда не выбрался из леса. Ты просто не обращал внимания. Просто вот сейчас пойдем обратим внимание. Но место классное вообще. Березовая такая рощица. Ну тут дорога, явно что-то здесь было или что-то. Может, добывали что-то, я не знаю, лес возили. Потому что все перекопано, накопано какими-то рвами. Колбасу добывали. Да. Кабанечу. На этом у нас все. Дамы и господа. Нормально здесь еще. У нас еще чай. Так что. Еще назад дорога длинная.